Итак, всем привет! Сегодня пятница. Как и обещались, мы приехали второй раз на это место. Вот оно, где в прошлый раз находили много-много пеньков с маленькими опятами. Сейчас посмотрим, что тут наросло и кто что собрал уже. Идем собирать. Время 7:30 утра. На улице такая вот погода пасмурная. Как раз вот за моей спиной те самые елочки, которые снимал в прошлый раз. Подошли к первому пеньку, но его уже кто-то обгрыз весь. То есть мы здесь не первые. Вот это вот я полностью его оставлял целым. Его аж выворотили. В общем, пробежался я по тем местам, где кучу опят оставлял. Сейчас буду проходить, покажу вам. Вот там все выкосили, но вот такие вот опята они не заметили. Вот семейку тоже не тронули. Вот. По нашим местам уже мамай прошелся. Все повыкосили практически. То есть все пеньки, которые я оставлял, прямо аж все повыворотили. Ну, кое-что и оставили, заметили. Так что будем искать дальше. Все скосили. Вот оставили только, опять же, как я оставлял, такие мелкие. Ну, вот эти вот совсем маленькие. Оставлю их для других грибников. Тут чуть-чуть побольше есть. Вот эти вот срежу. Выкосили здесь уже, кроме нас, люди. Практически все. Хожу уже по срезанным пенькам. И то вот. Чуть-чуть насобирал. Такие вот. Они проворонили сборщики. Вот как растут. И здесь вот еще семейка. Ну вот, друзья, как я и говорил, мамай тут хоть и прошелся, но много чего не заметили. Все равно вот попадаются вот такие семейки. В общем, из-за того, что погода прохладная, за 4 дня опята практически не выросли. Вот это вот уже мой размерчик. Вот эти вот уже я буду собирать. Кто-то их не заметил. В общем, попадается очень много срезанных. Но некоторые пеньки кто-то, видать, не заметил. И там вот такие вот семейки растут. За 4 дня они что-то не выросли нифига. Так, чуть-чуть подросли. Но вот эти вот уже само то. Вот, ребят, еще один неплохой пенечек попался. Его тоже уже кто-то немного срезал. Ну вот, наросли новые. Вот здесь вот вам мху, смотрите. Начинаю собирать. Там он прям внутри. Ну да, какой бы ни был глазастый народ, который тут собирал до нас грибы, мы все равно много пропустили. То, что мне попалось. Эти тоже начинаю косить. Вот, друзья, попался мне очередной пенек. Совсем маленькими-маленькими опяточками. Ну, тоже опять весь усеян. Вот эту вот семейку еще можно собрать. Остальные даже можно не трогать. Они еще все совсем со спичечную головку. Ну, там он парочка больших спряталась. И весь прям, смотрите, вот просто по кругу. И вот сверху. Так что правильно говорили наши деды и бабушки. Сколько бы народу перед тобой по лесу не прошло, а ты свои грибы всегда найдешь. Потому что не человек ищет грибы, а грибы ищут человека. А вот смотрите, вот это вот уже опенок так опенок. Большенький уже. Таких бы вот насобирать. Вот такая вот просека. И
вот я вот по ней иду и вот такие вот пеньки рассматриваю. Вон пенек, вон пенек, и туда дальше они пошли. И, кстати, прямо на самой просеке тоже попадаются опята. Прям сразу же еще одна семейка попалась, не отходя от места. Эти соберем. Посмотрите, какая сказка. Сибирский лес — это такая красотища. Хоть весной, хоть летом, хоть осенью, хоть зимой. Конечно, жалко, что с прошлого раза опята нам не достались. Их уже посрезали. Но в этот раз уже наросли новые. И их не меньше, поверьте. Вот уверен, что вот тут вот впереди пеньки. На них тоже есть опята. Сейчас вот с этими разберусь. И пойду дальше. Вот сколько уже за полтора часа собрал. Здесь уже, наверное, целое ведро. И все один к одному, только вот один большой попался. Остальные все вот такого вот размера. Миленькие. А вон и друган мой вышел из чаще с трофеями. Ну-ка покажи, сколько насобирал. Больше, чем я. А у меня вот. Тоже немало. Косим дальше. А вот, друзья, и травяные стали попадаться. Вот сколько. Вот, смотрите, целая семейка. Вон там, вон, видно, не видно. Сейчас приближу. Вон они прячутся в траве. Это все вот около этого срезанного пенька, который нам попался. Ну что, сейчас начну резать. Вот смотрите, вот эти вот уже прям самое то. Вот для сравнения, нож, рука. Вот такие вот попались. Итак, время близится к обеду. Немного уже подустали ходить. Насобирали достаточно, в принципе. Будем сейчас собираться в сторону дома. Так, еще полчасика полазим здесь. Места вообще шикарные, как вы видите. Вообще, смотрите, какая красота. Просто сказка, а не лес. Птички. Солнышко выглянуло. Хотя на сегодня передавали пасмурную погоду, но погода сегодня за нас. Вот сейчас схожу вон еще к тому пеньку. Смотрю, подозрительно он меня манит. И вон туда дальше. Вот, как и предполагал. Ну, тут маленькая семейка. Ну, и есть. А вот еще. Ну, эти вообще очень мелкие. Вот сверху тоже семейка. А вот еще сбоку. Вот. А вот еще... Опять травяной такой большенький попался. Надо здесь еще посмотреть будет. Вон там он на березке за прутиком. Маленький опенок торчит. Вот смотрите, телефон так не передает, какие тут деревья. Просто вот друг. Да, 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 да. Вот такие вот тут сосенки у нас растут. Такая вот чудная природа, красота. Кучка попалась. Это вот лежит палка, и вдоль ее вот та кучка. Вот еще. А вот здесь вот вперемешку сложными опятами. Вот какой-то подозрительно красивый пенек. Сейчас посмотрим. О, ребят, да, смотрите, весь, и вон там сверху еще со стороны. А вот еще в траве. Вот смотрите,
причем такие крупненькие, красотища. И народ его просмотрел. А вот с этой стороны, а, ну вот тоже есть. Там маленькие. Все, начинаю косить. Здесь точно пол ведра будет, если не больше. Ну, что было покрупнее, срезал, мелкие оставил. И вот в итоге что получилось с одного пенька. Ну, пол ведра точно, как я и предполагал. Вот тут даже большие вон попались. Угу. Красавцы. Это вот у нас уже по второму пакету, а вон еще. И вот здесь вот, вот они, на пяточки. И вот еще. Так что гриба полно. Вот еще ложные попались опята. Вот такие не вздумайте собирать. Видите, они отличаются, как у них желтоватые шляпки. И вот, вот они валяются, никакой бахромы. А растут они вот на такой поваленной сосне. Вот. От старости уже свалилась, вся выгнила, жуки съели. Ну вот и все, друзья, выбрались мы на дорогу. Находились сегодня вообще, блин, думали на часик на два приехать в лес. А время уже, считай, 3 часа, а мы здесь, наверное, с 7:30. Увлеклись немножко. Да, это вот уже очередные пакеты набили, вот такие вот они мелкие. Карифаном собирал. Вот это вот у меня. Плюс в рюкзаках еще чуть больше, чем вот здесь вот. В общем, находились сегодня вдоволь, в удовольствие. Сами видели, я вам показывал, сколько много здесь мелких опят. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кому понравилось, на мой канал. Всем пока!